Пойдем. Доброе утро, друзья. Привет вам из Абхазии. Я переехала в город Суху. Мы направляемся на центральный рынок. Сейчас очень удобно перемещаться на маршрутках. Из Афона мы заплатили по 100 рублей и доехали до Сухума. 35 минут, а мы здесь. Но сегодня понедельник, я смотрю, рынок закрыт. И мы прогуляемся сейчас по улочкам. Посмотрим, какие цены, что изменилось. Рынок работает пятницу, субботу, воскресенье. Везде пусто, Ирин, смотри. Вот этот рынок. Там закрыто. Там закрыто. Пойдем, пройдем. Если что-то срочно. Но с большим кайфом открыла. А, наверное, мы рановато. Сколько время? 9 часов. Очень рано. Можно было не торопиться. Ну, пойдем газетку купим, посмотрим местную. И погуляем. Смотрите, как морковка 55, лук 35, свекла 45. А в какую цену зелень? Зелень 20. Пучок, да? Яблоки 120, виноград 320. Очень-очень высокие цены. Тут овощей, фруктов больше нет. А, там вообще рынка нет. Да. Рынок закрыт, мы решили прогуляться. Утром мы не позавтракали, сейчас поищем какую-нибудь столовую. Работает троллейбус. Очень много маршрутных такси. Ну, чуть попозже вернемся на центральный рынок. Вот она сказала, квартал налево. Да, налево. Идем, Ира. Одни говорят направо, другие говорят налево. Прошли назад, вернулись обратно. Теперь опять возвращаемся туда, где были. Где-то вот с этой стороны сейчас будем смотреть. Пойдем налево. Есть пешеходный? Вот мы в районе центрального рынка. А вот смотри, жилые дома обычные. Что-то мы разошлись и вот такой завтрак себе купили. Супчик, салатик, блинчики. Ну, сейчас решили плотное уже покушать, чтобы потом погулять. И после обеда возвращаемся в Новый Афон. Вот такая маленькая порция 60 рублей супа. Один блинчик 25 рублей. Компот сколько она сказала? А, 20, да? И вот салатик 55. В общей сложности 210 я заплатила. Вот за такой завтрак. Прошли еще один квартал. Очень много туристов. А мы снимаем все, что нам нравится. А что нравится? Вот это нравится. Мужчина спрашивает, а что вы снимаете эту разруху? А вот мы как раз снимаем, говорю, то, что нам нравится. Вот хотела показать вам, друзья, что вот после войны еще есть такие дома. В общем, в Сухуме город контрастов. Есть очень дорогие, красивые дома. А есть еще дома вот такие заброшенные. Вот там дальше еще дом. Видите? Без окон, без дверей. Таких домов очень много в Сухум. Чуть пройду, посмотрю сейчас.
Да, без окон, без дверей. Одно здание, другое, там дальше чуть-чуть то же самое. Ну, а сейчас пройдем в центр на набережную, посмотрим, что там. Мы продолжаем идти по набережной. Вот смотрите, слева и справа это город, который ушел под воду. Остатки крепости. Еще минут 15, и мы будем на центральной части, в центральной части набережной. И вот кусочек еще крепости. Тут написано где-нибудь? А, вот что-то написано. Как назывался город? Она сказала нам, женщина? Вот название города нам сказали, но сказали вот остатки крепости. Да, который ушел под воду. Я, да, это я поняла. А, мы уже пришли. Вот центр. Почти уже пришли. Вот этот пароход помню хорошо. Вот, тут опасно ходить, смотри, дыры какие. Ирина, смотри, иди сюда. Тут видно еще часть крепости. И вот такой вот мысик уходит куда-то далеко-далеко в море. А вот это вот продолжение города, кусочка. Вот его видно хорошо, который ушел под воду. Вот видите, кусочек. Ты понимаешь, что он будет закрыт, это, наверное, какая-то честная штука. Вот оно. Памятники археологии, 90 год. Фу! Сколько тут собак? Отбиваемся. Ну, на первом-втором этаже вроде бы работает. А вот вверху там окон нет. Самый верх. Тут уже машин много, дома другие. И в центре набережной знаменитая кафешка Брехаловка. Сейчас мы дойдем до кафешки. Угу. Это правительственный дом, посмотрите, да? Это, кажется, он. Без окон, без дверей. Когда-то, наверное, знаменитый был ресторанчик. Рыба. Ловят мужики рыбы. Рыба водится. А, написано «Морской вокзал». Да, да. Это был морской вокзал. Значит, это не ресторан был. Ну, вот морской вокзал написано. Вход, морской вокзал. А он работнички. А вот красивое какое здание, смотри, Ирин. Да, да, да. Это классно, сейчас сфотографирую. Журнал весело.